Друзья, всем привет, с вами Капан, да, сегодня играем в Roblox Deep Space Tycoon, глубокий космос. Смотрите, мы летим на каком-то космическом корабле, прямо в космосе, да? О, а там планета, кстати, вон она, Земля наша, да, наверное? А там Луна. Прикольно, давайте глянем, что тут надо делать. Ну, это ж Тайкун, понятно. Нам нужно, это, наверное, наш конвейер, да, точно он идет. Нам нужно поставить наши дропперы. Стоит 0, давайте хлобысь. Есть. Вот он, дроппер. Ну-ка, что он будет производить? Какие, наверное, планеты или галактические сталактиты? Вон, квадрат упал. Галактический. Летит, 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 летит. И вот сюда он сейчас прилетит. Так, а где нам потом собирать еще денежки? Надо будет глянуть, разобраться. Вот там что-то еще внизу. Это здоровый корабль. О, смотрите, кстати, вот сюда можно. А, вот сюда деньги, да, наверное, скапливаются. Ага, центральный хаб какой-то есть. Чувак стоит. Прикольно, можно футболку такую купить за 10 рабаксов. Офигенский. И тут всяких штуки, 12 тысяч. Ладно, пускай здесь пока у нас копится. Так. А где у нас деньги-то? Куда собираются деньги? Прям сюда, что ли? А, вот, они у меня сразу же. Даже не надо бегать собирать. Короче, они автоматически у меня здесь появляются, по единичке. Один кубик стоит единичку. 12 галактических долларов у нас, короче. Ладно, давайте глянем, сколько тут чего еще можно построить. Так, 300 стоит, это дорого. 80. Так, короче, Iron Dropper. Покупаем Iron Dropper, это железо Iron. Короче, будет... Ой, еще что-то я купил. Iron Dropper, это, короче, дропперы, которые производят железо. Так, 15? Нет, на 15 не хватает. Так, также по единичке, да, они приносят? 5, 6, да, также по единичке Iron приносит просто, их теперь у нас 3. Поэтому будет быстрее. Сейчас мы накопим Iron Dropper, версия 4 за 15, либо апгрейд конвейер. Ну-ка, давайте апгрейдим, может он быстрее поедет. А, понятно, мы поставили теперь бортики. Для того, чтобы наши сталактиты эти космические никуда не вываливались. Еще можно потом будет апгрейдить стены уже за 30. Мы пока это делать не будем. Давайте попробуем... А, это за рабаксы, понятно, это нам не надо. За 15 раз делаем и за 22. Ого, мини-плазма, майн. Короче, какая-то шахта, которая будет производить нам плазму. Офигеть. Так, давайте глянем, пока у нас копится денежка, что у нас тут еще есть. Ship Front Deck, это, короче, корабль задний какой-то, ну, дополнительная комната, может быть, что-то типа того. Здесь, короче, тоже можно это все будет еще строить. Ship Treasures. Трестерс, не знаю, что такое. Надо будет потом перевести. Короче, это все наши апгрейды для корабля, я так понял. Во, еще тут внизу сколько всего. Ёлы-палы. Короче, будем тут долго, чувствую, строить все. Ладно. Так, у нас 70 космических долларов. Давайте купим за 25 призмы. Плазменный дроппер. Вау-вау-вау-вау, прикольно он такой. Ну-ка, что он? Во. Это наша первая плазма, смотрите. Короче, это... Темненький, это наш обычное железо, а это плазма. Ну, прикольно, они такие какие-то голубенькие, светящиеся. Так, а сколько, интересно, она стоит? Ну-ка, 13, 14, 15, 17, по 5, по-моему, они стоят 5. Эти обычные стоят по единичке, продаются, стоимость у них, а плазма по 5. Так, давайте еще один плазменный поставим, дроппер. И за 80 тоже можем поставить. И четвертую версию уже за 150. Так, а там тоже за рабаксы. Гудли. Какой-то Годли дроппер. 300 рабаксов. За рабаксы мы не будем ставить ничего. Так, там тоже за рабаксы. Все за рабаксы. А там самое главное у нас конвейер. Конвейер мы тоже пока не будем. А вот это что такое? Стоит 500. Small Craters. Какие-то кратеры маленькие. Ладно. Так, у меня 160, нормально, покупаем еще плазменный дроппер, и теперь нам на 5 нужно накопить, о, стил, тоже стил майн будет, стил, по-моему, железо, ага, так, а это мини-плазма, 200, а у нас 135, ладно, пока копится, пошлите глянем, что там еще есть наверху, стил, по-моему, это сталь, я не помню уже точно. Так, здесь у нас какой-то... Так. Каш-коллектор здесь. Ага, понятно. Здесь можно было бы тоже их собирать. Это, видимо, наверное, в менюшке вот здесь вот наставил. Вот, да. Автоматически собирать наше золотишко. Пускай оно у нас там лучше собирается. Автоматически.
Тут тоже можно все поставить. Короче, надо денег подкопить и тут потом все купить. Будем обустраивать наш космический корабль. Нам же тут долго летать надо будет. Так, давайте глянем. 200 могу поставить? Конечно, могу. Так, поставим еще плазменный дроппер. И 275. Еще шестую версию, думаю, 5 всего будет. Сколько у нас дропперов уже всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 штук уже, мама, не горюй. 10 дропперов это очень хорошо, но нужно больше. Больше дропперов, много дропперов не бывает. 275 ставим. И SteelMine за 200. Сейчас почти накопится. Смотрите, как уже быстро. Бам-бам-бам-бам-бам. Нифига себе, какая у нас длинная тут траншея-то идет. Все, давай. За 200 ставим. Вау, как он здоровый. Ну-ка, кого выкакивать будешь? Давай, производись. Сталь. Бам, нифига, вон он какой. Ну, правда, какой-то на камушек похоже. А почем они, интересно, стоят? Наверное, уже по 10. Те были по единичку, потом плазма у нас по пятерке. Эти, мне кажется, уже примерно приносят где-то по десяточке. Так, 325. Почти можем купить. Еще один такой дроппер здоровый. Еще один здоровый дроппер. Давайте купим его. Бенчик. И 475. Обалдеть. 475. Ладно, подождем, пускай накопится денежка. Так, друзья, я подкопил маленько денежек. Ого, 3000 я подкопил маленечко. Купил еще дроппер. И давайте покупаем SteelMine 4 версия. 550, лобыська, есть. И покупаем еще один, короче, и Ork Cleaner 6 какой-то. Вау, 500. Вау. Это, короче, обогащатель будет. Он будет обогащать наши космические минералы. И они, наверное, будут больше продаваться. Ну, мне примерно кажется, примерно так. Так, давайте купим новый конвейер за 500. Апгрейдим конвейер. Что еще тут можно? Нет, я хочу поставить где дропперов. Мне нужно как можно больше. Так, еще. А, скорость еще можно у него увеличить. А где у наши дропперы? Мне самое главное дропперов купить здесь. Так, вот. Покупаем coal mine. Это, по-моему, уголь coal. Так, будут углишки производить. И вот это покупаем. 1400, уже денег не хватает у меня. Так, а где он? Во-во-во, черненький, да, такой? Ну-ка, вот он. Полетел наш уголек. Сюда. Так, а еще можно и тут за 500. Я что-то там дорогой купил сильно. Так, апгрейд. Скорость можно, чтобы быстрее, что ли. 2000, обалдеть. 450, ну вот это можно еще купить. Это стенки мы купили. Ладно, стенки нам не особо нужны. Я хочу купить вот за 500. Вот эту штуку. Раз, два и три. Все, больше нам пока денег не хватит. Капец, у нас получается такой какой-то космический мега-конвейер с мега-дропперами, которые мы летим в пространстве к неизведанным галактикам. Да, вот так я как-то насочинял. И у нас уже причем здесь два конвейера, которые нам копят наши минералы, они все сюда вот стекаются и здесь обогащаются. Обалдешки, мне нравится. Так, давайте купим еще одну шахту. Ну, дроппер, короче. Это у нас 1, 2, 3, 4 уже. За 1150 еще один купим. И за 1300 пока денег не хватает. Но у нас их уже куча. Мы сейчас, я думаю, быстро накопим. И также я хочу вот здесь еще эти всякие штуки. По 1000, по 3, по 5000. Эти штуки тоже надо будет все купить потом. Так, давайте покупаем. За 1300 можем купить. И за 1650 не можем. Короче, я сейчас подкоплю маленько денежек. И мы продолжим. Так, друзья, я здесь денег маленько подкопил, у нас практически 70 тысяч, обалдешки. Ну что, давайте все будем скупать. Вот этот дроппер и вот этот 1400 готово, 1700 готово, 2000 готово, 2250 готово. Вау, какие-то они широченные, здоровенные стали. Обалдеть, плазма, майн, тоже плазменные дропперы. Вау, здоровяк какой! Вот это да, вот это дроппер так дроппер, я понимаю. Вау, бенчик упал. Прикольненько. И давайте еще один, вот он самый главный, Uranium Mine. Это, короче, большая урановая шахта. Бенчик, вау, вот это толстяк. Вот это толстячок, вот это здоровяк. Вау, ничего себе, уран! Зеленый, сколько он, интересно, стоит, а? Я даже сейчас, наверное, не засеку, сколько стоит. Ладно, давайте его здесь тоже. Сапфировый элеватор. Бенч. Вау, вот это да. Вот эта штука, так штука. Вот это залепень. Ха-ха-ха.
Фига себе, еще какая-то там кругляш, палка, и опять кругляш, и оттуда они выкакиваются. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, прикольно. Так, давайте глянем, что еще есть. За 10 тысяч, нет, давайте за 1700 сначала маленький бенчик. Давайте вот эти маленькие все скупим. Так, у нас еще деньги пока есть. Так. Все. О, прикольные какие-то тоже элеваторы. Дропперы. Ладно, давайте глянем вот этот здоровяк. Плутониевый харвестер. 10 тысяч. Бенчик. Ой, такой маленький, я думаю, побольше будет. Но тоже прикольный. Вот этот офигенский. Ха-ха. Первый раз такие дропперы вижу. Тут разработчики, короче, заморочились. Прикольно сделали. Вау. Вот она штука. Вот они отсюда вот вываливаются. Прикольно. Так, ладно, что у нас денег? У нас осталось еще почти 40 тысяч. Давайте купим Ультра Energy Mine 2600. Ну, это тут дешевый. Вау, тоже какой-то здоровый. Короче, у нас есть космический корабль в дропперах будет. Так, Орг Клинер. Это, короче, улучшатель, наверное, да? Бенч, да, пускай улучшается все. Все, два улучшателя есть. И вот здесь теперь поехали. Стоять 3000. 5000. Ультра Energy Mine версия 4. 5700. 6300 и 7000 есть. Капец, все, как раз денег хватило. У меня осталось 5000, мы тут все понакупали. Вау, сколько дропперов тут. Смотрите, какая красота сверху, если глянуть. Вот это вид. Вот это прикольно вообще. Вон их сколько, куча. Их просто целая куча тут у нас. Я даже считать их не буду. Офигенский. Блин, прикольный. Прикольный этот тайкун, мне понравился. Куча наворочена. То обычно поставишь 10 дропперов и все, больше ничего нельзя. Здесь что-то чересчур много. Так, давайте, что-то мы тут хотели еще апгрейдить. О, бенчик. Все равно дешево, 250. Давайте апгрейдим. Так, это зарабаксы. А вот это что такое? Так, тоже конвейер апгрейдим. Бенчик. А, скорость. Вон, видите, скорость увеличивается, они это, быстрее гораздо едут. Вот это да, прикольно. Так, еще. О, нифига себе, как все понеслось. Вау, мега скорости. Давайте еще раз. Вау, он какой-то стал оранжевый. Вот это скоростяга. Ну-ка, а там медленно. Надо тут тоже как-то апгрейдить, чтобы тоже быстро было. А? Давайте. Так, апгрейдживаем. Раз, два, 40 тысяч есть пока. Так, быстрей, еще быстрей. Так, 6000 есть пока, есть, 8, все. Вот это теперь красота. Вот это я понимаю, вау, я сюда встану, хочу это все сверху посмотреть, как это выглядит. Обалдеть, короче, два конвейера, максимально прокачанные, и скорость здоровая, еще и бортики, чтобы ничего не вываливалось. Вот это прикольно. Еще он такой какой-то оранжевой подсветкой. Вау, мне нравится. Вот выглядит просто офигенски, просто бомбически. Так. И деньги потекли просто рекой. Из-за того, что они теперь быстро у нас доставляются, деньги гораздо быстрее текут. Ладно, давайте начнем покупать вот здесь. Начнем с этой желтенькой штуки. Так, а что появилось? Где что появилось? Это, наверное, там появляется. О, армор можно купить. Это, наверное, где-то у нас в других местах. Не тут появляется, да? Да, тут я ничего не вижу. Где что купил, а? Ой, мамочки, еще тут можно покупать все. Телепорт, тувой. Сколько? 3 миллиона, что ли? Вы что, с ума сошли, что ли? Так, телепорт, ту лобби. Это в лобби прибежать. Ого, десерт. В пустыню, в джунгли. Мамочки, короче, тут покупать все и покупать. Тут зарабаксы. Так, вот это купим. Стены. А, стены, говорю, это освещение какое-то. И что-то еще мы купили, короче. 70 миллионов, я молчу вообще. Это просто ужас. 70 миллионов, откуда такие деньги? Сколько копить-то надо, а? Так, это тоже. Давайте, короче, все, короче, просто скупим и все. Главное, только не скупить то, что зарабатывается. Это мы не будем. Так. Тут это купили мы. Здесь тоже купили. Какие-то штуки появились. Это пускай тоже будет. Wood floor. Деревянный пол, что ли? Бенчик. О, точно, прикольно. Так, лампа. Пускай будет лампа. Это что? Вау, диванчик. Прикольно. Тут, короче, еще можно свой кораблик
обустроить. Еще один диванчик. Все, покупаем. Деньги у нас есть? 90 тысяч, обалдешки. Так, 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 покупаем. Вау, подсветка появилась. Короче, мы купили 4 дивана, теперь можно здесь будет сидеть, да? Прикольно, ковер купили. Так, о, теперь у нас более-менее такой уютный уже космический корабль. Прикольно, так, 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 это что такое? Бенчик, 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 мы все покупаем, нам медальку дали, это очень хорошо. Так, о, куда я телепортировался? Alien Base, 1200, мамочки, столько стоит. А, это мы... Нет, я думал, мы на крыше нашего корабля. Смотрите, мы на какой-то летающей тарелке. Где наш корабль? Вон он, наверное, да, летит? Вон она, земля-то. Вау, вау, вау. Здесь какая-то сверху еще черная дыра. Обалдеть, что тут навыдумывали, а? 1 200 000. Ладно, если тайкун этот зайдет, то я потом постараюсь все тут, конечно, все скупить по максимуму. Так, это за робаксы. Вай, мамочки, тут очень дорого все. Это в лобби телепорт. Так, вот что я построил. Дополнительные комнаты, и тут еще тоже все можно. Бенч, 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 освещение есть. Это какой-то пол. Капец, сколько тут всего можно апгрейживать, я даже просто офигел. Давайте по максимуму. Вау, это что такое? Это что за штука тут появилась, а? Так, а это что такое? 7 миллионов, 80 миллионов. Ёлы-палы, откуда столько денег-то у меня? 80 тысяч, что такое? Апгрейд Energy Core. Ну-ка, давайте апгрейдим ее. За 80 тысяч как раз сейчас. 85 и есть. Бом! Вау, 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 вау. А теперь 200. Денег таких, конечно, у нас нету. Капец, сколько тут всего можно делать? Сколько всего? 8 тысяч могу сделать, да? О, корона появилась. Корона из доминошек. Но она мне не особо идет. Ладно, это мы здесь глянем. Потом еще тоже все скупим. Так, здесь что, 15 тысяч. А там... 4, ну вот за 4 можно еще взять. И за 7. Все. Так, я хочу вернуться к своему этому. Где мои конвейеры? Вот они. И еще хочу что-нибудь тут покупать. Так, 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 6 тысяч. А, вон это сверху появляются вот эти штуки какие-то энергетические. Конвейеры-то у нас все, да, апгрейженные? Нет, вот здесь что-то еще можно купить, да? Это за робаксы, вот. Вот еще вот это. А, освещение купили. Вау, 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 вау. Прикольно. Так, это робаксы. Это тоже робаксы. Короче, длинный тайкун получится у нас. Я даже не знаю. Тут не одну серию надо будет снимать. О, Small Craters. Маленькие кратеры. Бенч. Ага, понятно. Это, короче, обычные просто коробки. Опять робаксы. Так, вот здесь давайте все тоже скупим. Это дополнительные какие-то комнаты. Там еще что-то. Еще корабль. Еще... А, вон, улучшается, вот здесь вот у нас, снаружи у корабля даже тоже что-то строится. Вон он наш космический корабль, вау, 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 прикольно. Короче, здесь мы купили, здесь купили, так, 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 вот это тоже купим, сюда коробки, сюда освещение, еще какие-то пушки, 100, фронт, шип, тарец, какие-то пулеметы, 170 тысяч, обалдеть. Так, 5 тысяч, нормально, свет, да будет свет, так, 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 максимум, что сможем, все, сейчас купим. Все, я все покупал, да? Все, вроде все скупил. О, всякие тут наверху, вот эти всякие штуки появились, обалдеть. Давайте глянем еще напоследок, как все это выглядит снаружи. О! О, так я могу сюда выйти даже, обалдеть. Смотрите, я вышел в открытый космос. Прикольно. Ладно, друзья, на этом я буду заканчивать, а то у нас серия уже затянулась. Если будет интересно, я продолжу, и мы обязательно все скупим. Все, друзья, с вами был Капанда, спасибо за просмотр, всем пока-пока!